Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами Бензинович. И это игра «Безумный Макс». Посмотрим, что это за хрень. И оправдала ли она себя. Посмотрим, что у нас тут вообще. С физикой, с графикой. И так далее. Данной игре используется функция автосохранения. Так. Наверное, ставим все-таки 50. До полного эффекта. Кинематография или кинематография? Когда-нибудь будет такая графика в играх. Кинематографическая. С такой силой, как рвется вперед всякие игровые движки, всякие компьютеры, консоли. Мне кажется, что лет 10, мне кажется, пройдет. Графон будет на высшем уровне. Тогда воевать уже будет некому. Никто не будет ничего оскорблять, что компьютер или консоль лучше или хуже. Обучение. Включим помощник устойчивости. Давайте включим. А где у нас контроллер функции вибрации? Звук. Ага, вот со звуком надо поработать. Кинотеатр. Домашнее, ТВ, наушники. Так, окей. Громкость музыки. Так, музыку, наверное, поставим на 70. Эффекты 100. Нет, эффект, наверное, поставим все-таки на 90. Голоса, голоса рогов. На экостильную громкость динамика беспроводного контроллера 100%. Так, назад, гамма. А гамму выставляли, контроллер. Игра. Так. Так, а что выбора у нас? Сложности это нету? Интересно. Конечно, хотелось бы сложность выбрать. Убей его! Бессмертный лорд! Максик, 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 Максик. Черная машина моя, это мой приз. Сравним игру с фильмом. Фильм мне понравился, классный. Ты ж, ёпта, прям хлебала, ублюдку, бля. Ну, по фильму они его поймали. Графика красивая. Машинки так в таком стрёмном виде нарисованы, как положено. А, ублюдок один сдох. Бензина хер, а есть лицо. О, паренек, тебе пипец. А машина далеко. Давай, эх, бля. Давай, давай. Ебать. Точилово ему. Он сильнее.
Ну, в фильме не такая тачка была. Там была покруче. Ну, это тоже ничего. Я сраный ублюдок, лорд хуй. Ну да, действительно, хуй. Господин, это застрел. Как я не люблю субтитры эти сраные. Помали его, помали. Договор раздели, блядь. Хуя там катки, бля. Че, и бросили? Я не поверил, чтобы они его бросили, эти ублюдки, они бы просто его завалили. Нифига себе. И тут типа не видит, да, на машине слева, которая была от него? Ой, какая собака стрёмная. Вырви ему глотку. Ну что тут, еще кнопки надо нажимать будет. Бля, собаку вот пиздил. В чем песик-то виноват? Нифига, у него штырь. Ядрит Мадрид. Че-то такое... Для... Ёптать. Да ну на. Не может такого быть. Уорн Брос представляет. Вообще, что-то, у него что в башке, вообще мозгов нету. Безумный Макс. Собака рвет мои нежные куски плоти, но я поймал ее. Собака такая противная, она на лицо что-то похоже. Поломата. Не бойся, пес, полегче, не кусай. Я колдую тебя, абра-швабра-кадабра. Ядрит Мадрид. Я понимаю тебя, я съебу все равно. Короче, тут шматье есть. Так как он так это еще... Скажите еще мне, что он выжил, я вообще хренею туда. Да. Ну все, песик вообще, короче, втюрился в него. Теперь он хозяин пса. Ну так, давайте посмотрим. Дикарь, миссия первая, дикарь, ядрит Мадрид. Нужна вода. Так, давайте посмотрим. Так, 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 со всех сторон. Перемещение, обзор, прыжок. Если, короче, какие-то косяки будут от моего... лица, не обсирайте меня, потому что я вам сразу, даже не сразу не говорю, а предупреждаю, что на правой руке у меня на двух пальцах, если от большого пальца считать, указательный и средний, разорваны связки. Считай, я играю тремя пальцами. Это неудобно, потому что первые два, которые ложатся на клавиши R1 и R2, они как раз связки разорваны. Так что, мне кажется, если вы не верите, что это сложно, поверьте мне и сами проверьте. Просто возьмите, играйте нижними, безымянным и мизинцем. Я посмотрю, как у вас это получится. Еще плюс на большой держать на стике, на правом. Так, нам нужна вода. Ну, по графону, ну, так-то достойно, нормально. Тем более, это PlayStation. Конечно, сколько FPS она его дает, я не могу проверить. Да и не надо мне. Разработчики старались все равно игру создавать. Потому что те, кто обсирает вообще игры, как бы, можно сказать, да, там, графика фуфло там, но все равно надо отдать должное, потому что они старались
старались заманить игрока. Ну, посмотрим. Главное, чтобы она была не скучная. Насрать на графику. Если игра будет скучная, неинтересная, то понятно. О, бля. А это, я как понимаю, у нас добытчик воды. Как он называется? Ой, забыл. Так, что надо сделать? Ой-ой-ой. Что надо сделать-то? Что надо сделать-то? Что надо сделать-то, а? Ну, нашел я воду. Что надо сделать-то? Подошел, хрен лысо. Ну, что вот я выбираю? Блять. Ха, прыгает. Нифига, он как прыгает. Мне не нравится там. Что такое? Бутылка. Блять, как воды-то взять? А, во. Надо к псу было подойти. Угу. Да. Не густо. В огороде выросла капуста. Чтобы восстановить здоровье Макса, глотните из фляги. Ядрит Мадрид. Ебнем. Ублюбль. Ес. Или как говорят американцы. Найс, найс. Так. Кто будет смеяться над моим прохождением, то получит пизды. Шутка. Так, что теперь надо сделать-то, короче, найти пса, блять, он только что был здесь. Дрявый пес. Эй. Песик. Вот, конечно, бы. От первого лица бы можно было. Надо было сделать так, да, как Fallout. Что можно было. Ебать, как неудобно. Прыжок этот, блядь. В этом угасающем свете, так там прыгать, там тоже неудобно. Интересно, можно раскладку поменять? Там, короче, пса кто-то моего замутузил. Новая персонаж это. Мак. Коллекции, блядь, а где это? А, во. Параметры, блядь. Так, субтитры, да? Так. Назначение кнопок. Прыжок. Прыжок, прыжок, прыжок. Управление транспортом. Переключиться на альтернативное управление. Короче, менять. Ладно, давайте пусть по умолчанию будет. Включиться на управление по умолчанию. Так. Управление транспортом. Короче, ладно. Хрень это все. Биография. Персонажа. Мася. Блядь. Короче, блядь. Почему нельзя сделать, где оно это? Миссия дикарь. Вода, вода. Здесь дикая игрока. Блин, почему нету сложности игры? Я хочу сложность максимальную. А что за система устойчивости? Хоть бы описание. Все. Давай-ка выключим помощника. Попробуем так. И нахрен-то нам надо. Так, хорошо. Так, так. Короче, так. Найти пса надо. Но я слыхал выстрелы. Блядь. А как? Че за урод такой? А ну-ка свалил, пока я тебя не побрил. Это ты? Клапан спускает энергию, создавая жизнь, которая поджигает божественный чувств. Да. Бля, снимай меня. Почему? Потому что я тебя знаю. Такой шнырюга. Ты водитель, его драйвер.
Вот тачка есть у него, ништяк. Сразу пестика заводил, гнилыш. Чё, не до ухи, тоннель сделаны, еще патрон просунут. Ага, и в очко поцеловать не забудь, пёсика. Ты куда пса поволок, гаденыш? Верни пса. Так, а чё тут это? Исследовать ничего нельзя тут? Так, короче, хорошо. Dog's bleeding out. Well, I can fix it, but I do my best work in my sanctum. Push the car. I need wire to fix my buggy. But then I can show you where they took the black on black. Where do I find wire? Up that path. But before you go, grab some grits. Must be running on fumes. По той тропе иди. А ты чё, шнель, сам не ешь? Да, чё, походу, дожрачка. Поесть. Бля. Все сожрал. Все спорол, главное. Гнилыш. Ой, это же Максик. Максик. Так. Ладно, короче, мы не будем заморачиваться. А че он быстрее не бежит? И как вообще это? Ствол достать там? А, во! Появился у меня бег. Так. А что это вы, я не помню? Если там провода, что это он меня отправил-то? Так. Патроночки мы. Хупа! Какашка. Лазать, 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 лазать. Кого там лупят? Я спасу тебя, Форест. Блядь. Это куда я стрелял, интересно, а? Прицельный выстрел. Так ты чё как-то... Бля, а чё так просто целиться нельзя? Ну и чё, вот я подошел к нему, а почему его нельзя обыскать? Следы на песке прикольно остаются. Блядь. А там еще кто-то кого-то жрёт, блядь. Хоть отдохнуть. А где то тело, которое он бросил? Вон она. Я туда не буду прыгать. Чтобы ударить врага, нажмите квадратик, а чтобы парировать атаку, треугольник. Парировать удар, нажмите чпок, нанести мощный контрудар. Продолжайте нажимать и будет вам счастье. Блять, почему их всегда много? Парируем удар. Хова. Что, съел его, знаете? Боевая система. Что-то она мне напоминает, эта боевая система. Ой-ой-ой-ой, ёптать. А че? Ага, понял, как классно. А ну-ка. Че нельзя палку взять это? На, получил. О, что-то я ему сломал, походу. Ха. Мне кажется, это в Бэтмене такая хрень была.
Ага, ну так тогда мне составит никакого. Вот как бы я взял копье, ну что не берется-то ни хрена. Мне не составит никакого труда здесь играть. Я Бэтмен вообще отличник. Ну, правда, я на компе играл в Бэтмена. И на PlayStation 3. А в нового Бэтмена или какого же он? Старый Бэтмен, я еще пока сведения вместо с помощью функции. Что надо сделать-то? А, место позже. Понятно. Давай, может, что обшарим тут? А, вот, не зря я. Лом. Так. Тут надо, походу, надо все собирать. Надеюсь, тут дополнительные квесты будут. Мне бы этого очень хотелось. Я бы пролез туда на самом деле. Блин, да что я все время горю-то? Хопа. Блин. Ля-ба-да-ба-ду! Флинстоуны, блядь. Опа, наверху есть тоже что-то. Ништячки. Бля, придется. А че он тут не лезет? Блядь. Ну что, блядь, ты? Как залезть-то туда, а? Можешь разбежаться. Хопа, ха-ха, есть. Ну, может, кто-то по-другому делает? Место пожива. А, все, 100% я собрал, как здесь. Ой, извиняюсь, не густо, короче. Не густо. Тут что еще есть? Че, нифига там винт. Не густо. Вот мне стрельба, это, конечно. Внимание, возвращать. А, возвратиться надо. Хитрит Мадрид. Что такое? Это хрень какая-то. Сети. Не могу я сети разорвать. Ну-ка, может, что-то тут еще есть какие-нибудь интересные штучки. Дрючки. Так, ну если тут открытый мир, как должно быть, значит, когда-нибудь я смогу сюда пробраться, проехаться. Так, что мы скажем? Да, вот, конечно, с такой ситуацией, вот как горение огня, еще он даже не из откуда. Дыма, не хватает, конечно, дыма, густого черного дыма, это как должно гореть по-настоящему. Наверное, меня люди поймут, которые когда-нибудь жгли покрышки. Ну я вообще что-нибудь такое, вот резиновое или вот когда масло горит, вот как эта машина. Дым чернющий. А еще бы лучше, если ты попадаешь в этот дым, чтобы морда чернела от копоти. Вот это было прикольно. Допустим, как нигер он выглядел. Это что там? Wait! Не хочет. А, это походу, мне кажется, такая у него баул такой. Это, наверное, этот продавец какой-нибудь, который ништячки тоже продает, который ходит, бродит по пустыне. Но я обзор игры этот не смотрел, это я вам честно клянусь. Ты что, дурачок, что ли, блядь? Слава, слава небесам! Слава, слава небесам! Он, я думал... Да. Я прикидываю, если бы он облизывал не отвертку. А что-нибудь другое у собаки? Было бы весело. Фу, это уже извращенство. Ну да, но копоти не хватает на морде от дыма. Знаешь, чтобы он грязнел там со временем. Я какие-то игры играл, где вот это... Человек бегал там, старые игры, но на нем грязь оставалась там. Если в воду забежать, то грязь смоется. Слышь, ты урод, ты сказал, баги у тебя сломано. А что надо сделать? Посадить пса в баги. Давай-ка, ну-ка.
Пёска, давай, опа. Хороший пёс, хороший. Изи. Чё это? А кто будет за машиной доездить? Я? Классно! Так, управление колесами есть. Угу. Как? Назад. А чё, вид нельзя менять? Хреново. Я хотел бы вид сменить. Так, ладно. Надо часика полтора снять. Игры. Мой багги. Чё такое? О, прикольно. Вот это вот, да, нормально сделано. Как приезжаешь. Так как я понял, здесь топливо кончается. Мне так кажется, потому что значок топлива нарисован. Блять, вот вид, конечно, херово, что не меняется. Можно было, чтобы сменить вид из кабины и там первого лица там. Не бойся, что нас заметят. Тебя так хрены. Тебя за своего могут принять. Это мясники и язычники. На шее у него классный этот ожерелье, да? Со свечек. О, точка, точка, моя точка. Верните, суки, тачку! Черный на черном. Быстрее, чем черный на черном. Насколько мощную и быструю? Очень быстрее страха, мощнее песчаной бури! Противный тип! Давай! На коленники из шин. Отведу тебя. Миссия пройдена. Ну что, дорогие мои ребятки, на этом, наверное, мы пока и закончим. Потому что дальше уже начнется интересно. Ставим лайки, пальцы вверх, короче. Подписываемся обязательно. И опять же я объявляю самому моему активному подписчику. Будет приз, я вышлю. Спрошу у него адрес и вышлю ему одну фиговинку такую, хорошую. Ну все, до новых встреч. С вами был Бензинович.